добрый день. Здравствуйте. И мы по-прежнему в Риме. И сегодня мы поедем в Замок Ангелов, в Пантеон. И вечерком сходим в апельсиновый сад. Там офигенный вид и очень-очень красиво. И там будем делать крутые фотографии. Почему ты мне светишь в глаза? Неважно. В общем, увидимся через секунду. Здравствуйте. Слишком резкий переход, да? В общем, сейчас мы у Замка Ангелов, но вход там до горя платный. 14 евро за вход, чтобы походить по кругу, посмотреть туда-сюда. Лично мне жалко, поэтому просто снаружи сделаем какую-нибудь прикольную фоточку и все. Так, мы побывали в Пантеоне, очень-очень красиво, но безумная жара, ходить просто нереально по улицам, поэтому сейчас мы едем в отель отдыхать, я, возможно, начну монтировать для вас новый влог, ну а мы с вами увидимся через секунду. Hello, и это снова резкий переход? Да-да, я же люблю. И на этот вечер у нас много чего запланировано, из того, что я запомнила, сначала мы пойдем к вратам, я должна помнить, как они называются, но что-то пошло не так. Помните в фильме «Римские каникулы» с Одри Хёбёрн? Она, когда гуляла по Риму, она засовывала руку в такую хрень. В общем, там дело в том, что если ты врёшь или если ты какой-то такой негодяюшка, то тебе отпустят руку. Я уверена, что мне отпустят. Вот так вот. А потом у нас намечена фотосессия в апельсиновом саду. Там очень красивый вид. И вообще там, в общем, очень красиво. Вот, я очень рассчитываю на крутые фоточки. Что это за еда? Окей, в общем, как-то так. Увидимся через секунду и погнали. Серьезно? То есть, как бы, что, блин, как это работает? Серьезно? И это, черт, обидно? Я хотела засунуть туда руку. Я была уверена, что мне откусят руку. Я бы тогда сделала крутое название видео. Ну, оторвала, откусила руку. Блин, это видно. Серьезно. В чем прикол? Ну вот почему так сюда? Вы можете мне объяснить? Почему мы пришли? Надеюсь, не позже. Я так рассчитывала, что мне откусят руку. Блин. Я все равно название напишу, что мне откусили руку. И это называется настоящий. Здесь очень красиво, мы уже отсняли нужные кадры, я рассчитываю, что получится что-то классное, и почему постоянно другой волосы, неважно. В общем, как-то так. Здравствуйте. Если вы спросите, где я была предыдущие два дня, то я бухала. Нет, я не пью. На самом деле пью, но не пью. Нет, нет. Я была на пляже, и все, что я сняла за эти два дня, это вот. Моя прелесть, я тебя забираю домой. Да. Обожаю тебя, килограммчик мой. То есть, как вы понимаете, да? Так как сегодня первое воскресенье месяца, то сегодня вход во все музеи бесплатный. И это очень круто, поэтому мы сейчас пойдем в Ватикан, с которым мы не попали в прошлый раз, потому что были голые плечи, мы взяли свои платки. Вот. Потом мы пойдем в Замок Ангела, пойдем внутрь, потому что там очень прикольно, я рассказывала об этом. И сегодня сюда вход будет бесплатным. Но мне он и так бесплатный, потому что у меня нет 18. А потом мы пойдем в картинную галерею в Барберине, там должно быть очень красиво.
Поэтому как-то так, и увидимся с вами через секунду. Всем привет, и я не верю, что настал этот день, потому что сегодня последний день нашего пребывания в Италии, и это так грустно. Серьезно, я не верю, что этот день настал, и сегодня мы будем гулять по центру, но если вы думаете, что ничего интересного не будет, это не так. Сегодня мы пойдем искать самое старое мороженое в Италии, вот. И я не знаю, как остальные, но лично я его буду кушать. Утром эта улица такая пустынная. И мы уже подходим к нашему мороженому, я почти вывела. Но это не точно. Вот. И посмотрим, что там будет. Та-дам! Самое старое мороженое кафе в Италии. One piccolo in cone. What, how much balls in one? Two. Okay. One caramel and blackberry. Grazie. Prego. Это очень вкусно. Мороженое берется сначала еще в 1890 году, я оказалась. И именно это мороженое мелькает в фильме «Римские каникулы», когда он ее угощал, или она сама покупала его, я не помню, но это прикольно. И мороженое вкусное, там так красиво и прикольно, мне очень нравится. Так, я расправилась с мороженым, сейчас мы отправляемся фонтан Треви, потому что я хочу бросить монетку. Вот. Так что увидимся через секунду. В чем прикол? По-моему, он не работает. Серьезно, в чем прикол? В чем прикол? Выключены фонтаны. Это как? Это не так должно работать. Это очень... В общем, это очень печально и грустно. И да. Но нам повезло, что мы и так упали к фонтану Треви. Эй, давай! А что же все кричите так с камерой, а? Рядом с камерой. Вот, нам очень повезло, что мы попали к фонтану Треви. И то, что мы там фотографировались, я сняла материалы. Потому что очень обидно приехать, допустим, 3 дня и вот так вот не попасть туда. Я узнала, что из-за того, что очень жарко, то мэр Рима сказал, все большие фонтаны выключить и закрыть, потому что очень много тратится воды. Вот. Поэтому я не знаю. Я хотела там бросить монетку и попрощаться как бы с городом, но теперь не знаю. Может, пойдем к какому-то другому фонтану, если он будет работать. Но вообще это очень обидно. Я в печали.